Так, и последний урок – это что нужно сделать, чтобы сохранить уже как бы не просто проект, а уже сделать рендер, чтобы у нас был готовый мультик, чтобы полностью все как бы картинки вместе слепить, и у нас был медиафайл. Так, хорошо, идем в экспорт анимации, нажимаем вот эту кнопочку, да, опцию, и здесь выбираем, ну, здесь с какого кадра начинается анимация, здесь выбираем в каком формате, может быть Flash, если речь идет о видео, то AVI, QuickTime Move и Flash, ну, AVI вставляем. Опять конечный кадр у нас 670, да? 670. Вот видите, здесь всего кадров. Все у нас должно поместиться. Так, и все, окей. Выбираем имя и нажимаем сохранить. И у нас еще вот такой вопрос задают. Но я здесь ничего не трогаю, полные кадры без сжатия, и нажимаем ОК. ОК, и пошла у нас рендериться, экспортироваться анимация в файл AVI.